Здорово, бойцы! Продолжаем проходить Assassin's Creed 2, и давайте посмотрим, чем же мы сегодня займемся с вами. Продолжаем мы первый профиль, короче, который изначально мы проходили. Так, и фрагмент, короче, мы пока не трогаем. Вот. У нас есть неоткрытая страница кодекса, есть... Три штуки неоткрытые контрольные точки, точки обзора. Вот. Появилось убежище тамплиеров, новая какая-то штукенция. Можно ее посмотреть. Вот будет. Так и сделаем сегодня. И собрать можно будет сокровища. Да. Ну, давайте начнем. Ближайшее сокровище у нас находится здесь. Недалеко, в принципе, от нас. Где-то наверху, наверное. По любасу. Давайте заглянем, посмотрим. Так, заглянем, посмотрим. Туда не залезть, не заглянуть. Окей. Сейчас мы что-нибудь придумаем с вами. А что мы придумаем? Мы, наверное, ни хрена не придумаем. Потому что нам надо залазить, наверное, вон туда наверх. Вот, чтобы... Чтобы забраться на соседнее вот здание. Так, окей. Давай посмотрим. Вон там. Вон там лазейка есть. Давай-ка сейчас. С тобой. Залезем. Залезем да посмотрим. Так, окей. Он где-то, короче, внутри вот этой башни находится, да, я так понимаю. Опа, допрыгнули, допрыгнули. Ну и лезем, короче, наверх. Вот, где-то здесь, короче, вот за этим окном. Надо посмотреть, может, где-то здесь разбитое окно есть. Вон оно, я вижу, да. Либо через самый верх как-то залазить, я не знаю. Пробовать. Залазить вовнутрь и, короче, спускаться. Либо найти разбитое окно. Вон оно, в принципе. Уже нашли. И сейчас мы возьмем сокровушку. Вон оно, родимое. А по любасу должно быть очень много денег. Раз она так запрятана. Далеко. Очень много денег. Просто такой облом. 95 флоринов. Чё за развод? Даже здесь умудрились развести на деньги. Так, окей. Где там у нас разбитое окно? Так, и спускаемся. Главное, руки не оставить на этих перекладинах. Полетел. Давай, давай. Пошел, пошел. Это ты как? Это ты как сел? У нас, короче, ассасин научился летать, смотри. Ладно, окей. Погнали дальше. А, следующее где-то здесь. По-любому где-то... Не надо ему на это смотреть. Это слишком опасно для здоровья. Следить за ассасином. Так, окей, где тут балкончик, наверное, по любасу какой-нибудь? Да? Да, вот оно. Отлично. Вот здесь вот даже 120 флоринов. Это вам, блин. Не в тапки срать. Так, окей, давай следующее.
Что ты творишь? О, боже ты мой. Цепись. Так, окей. Где у нас следующее? Следующее у нас находится... Где-то... Где-то оно находится? Так, окей, ладно, допустим. Залезли сюда. Теперь сюда. Мне надо на балкон искать опять. Балкончик. Здорово. Может, с этой стороны? Не, вон оно. Вот он где. Оп. Не знаю, они бы какое-нибудь разнообразие, не знаю, ввели, да, по этим сундукам. А то, блин, почти все сундуки, короче, находятся просто на балконах. Как-то вот, не знаю, какое-нибудь разнообразие. Так, окей, давай отправимся в точку обзора. Сбегаем, посмотрим, может, там еще что-нибудь откроется у нас интересное. Новое и интересное. После убийства, да, Франческо Пацци так во Флоренции так более-менее спокойно стало. Смотрите, даже стражей на этих, на... Ну, лучников нету на крышах. Кстати, вы написали в комментариях там то, что... Глашатая, можно, короче, это... Его подкупаешь, и можно, короче, обокрасть опять по новой. Я, кстати, об этом не думал вообще. Можно будет как-нибудь по... А, только сказал, что нету здесь никого. Пошел вон. Только сказал, что нету, да, лучников. И тут на тебе, и лучник появился откуда-то. Он, наверное, просто подслушал разговор наш с вами. Вот и... Вылупился здесь на крыше. Так, окей. Так вот, надо будет попробовать, короче, как-нибудь этого глашатая, короче, обокрасть, знаете. Заплатить ему там сколько-то там флоринов, да, и просто их вернуть потом обратно. Так, ты что, не будешь залазить, что ли? Ты что, не хочешь? Чего ты не хочешь? Ой-ой-ой-ой-ой! У торговца Фиделио последняя партия меди оказалась плохого качества. Блин, опять эти пивуны. На благо народа! Совершил! Да что ты? Залазь давай! Вот тупит, а? Увидев его пред собой, достал он ножик кривой. Так. А, вон туда. Так, здесь у нас... Опа. Здесь у нас лучник, короче, находится. Или я буду стрелять, говорит. Извини, не сегодня. Не твой день сегодня. Отлично. Первая точка обзора готова. Остальные две, по-моему, не так далеко, да, находятся. Они где-то вот рядышком. Где-то рядышком совсем. Это совсем рядышком. Так, здесь ничего не появилось нового. Нету. Окей, давайте поблизости здесь страница кодекса. Давайте ее сейчас отковыряем. У нас, наверное, этот да Винчи уже заждался. Когда же мы ему принесем страницы кодекса?
Так, окей. Пропустите, ассасин идет. Недалеко отсюда было совершено преступление. А пошел ты. Ах ты ж. Маленький. Опа, мне туда не залезть. Опа. Маленький ты засранец, а? Так, окей. Окей. Пошли вон. Давайте нападайте, кто там? Кто из вас самый смелый? Блин, смотри, они какие-то это... крепкие стали, да? И, кстати, у них... у них костюмы стали другие, кстати. Заметили, да? Такие желтые стали. Они больше похожи на этих, на вот... Кто он там, полицай или кто он там был? Полициана. На полициана он был хороший, в принципе. А эти что-то нападают. Я тут освободил Флоренцию, знаете ли. А они меня тут не пропускают никуда. Расскажешь ему все а что вы? Секреты. Его секреты, мои секреты. Блин, смотри, они все какие-то. Прям вот. Ух ты! По Харри мне заехал. Вот его. Скоро у тебя будет отличное занятие. В тебя будут швырять камни дети. Да какой ты живучий-то, падла. О, отлично. Кого-то я завалил, кого-то я... зафигачил. Неужели? Умри давай, умри уже. Умирай уже. Умри, я говорю. Ох ты, падла. Засранцы. Ты тут, козел, что-то не хочет никак умирать. Да, засранец ты. Неблагодарный. Мы тебя сожжем заживо. О, нифига себе. Я еще и так умею. Так, что они, разбежались? Все, испугались? Сыкуны. Маменькины, сыкуны. Так, где там у меня страница кодекса? Отвлекся я немножко. Так, отлично. Расшифровав 4 страницы кодекса, увеличить свой максимальный уровень здоровья. Вот это да. Да. Это да. Так. Где там уровень разыскиваемости? Снизить можно. Где? Ну-ка, не понял. Не пальцем. Где тут? О, нашел. Я тебя нашел. Так, окей. Это окей. Это что? Да, глашатай. Давай-ка попробуем, да? Бегаем. Я тоже боюсь, друзья. Я дрожу от страха. Но нас много. Так давайте же вместе бороться. Шур-шур-шур-шур-шур-шур. Немного я тебе время. Все отлично. Внимание! Сеньори стал... Обратно забрал. Он даже не заметил. Окей, отлично.
Точно, это ж... Блин, это работает. Это реально работает. Реально работает. Ладно, погнали, короче. Должно быть, неплохое было вино. Эй, конечно, портвейн три семерочки. Так. Так, отлично, это у нас вторая точка обзора. Так, сейчас третью, короче, точку обзора. А, смотри, еще одна страница кодекса. Да, давай. Че нет-то? Мы народ простой. Нам показали страницу кодекса. Мы идем и заберем ее. Так. Ну-ка. Я наделал. Простите, мне нужно идти. Нет тебе прощения. Простите, блин. Видит, что я бегу, короче, он там встал, стоит, мешает. А потом еще простите, я сделал что-то не то. А твою мать, я не туда побежал, надо, короче, через эту, через крышу. Смотрите, как небо быстро двигается. Эко! Остановите его! Эко! Тихо. Сказано тихо. Значит, тихо. Так, окей, смотри. Доброй ночи. Добрый. Эди. Стоп! Я хочу, короче, это скрытое убийство сделать, твою мать. О, все, полетел. О, обоих два, короче, я замочил, нифига себе, ты прикинь. Ты. Трус скрывает свое лицо. Блин, еще одни прибежали. Благородный храбрец. Так, давайте, испугайтесь. Испугайтесь и убегите. Убегите отсюда. Ах ты падла. По шарам мне. Заехал. Да, твою мать. Ох ты сзади. Сзади, да? Так, окей. Все, один застал. Один застал и все за одного. Окей. Все, четко. Верхний брейк. Надо бежать. Это безумие. У чуваку не мясо просто. Какая ужасная судьба. Реквеска, импач. Надо бежать. Это безумие. Жесть, короче, чувак. Надо бежать, это безумие. Он ждал, пока я повторю, наверное. Бедная душа отправилась к святому Петру. Отправилась в ад. Отправилась далеко в ад. Так, отлично. Нашли еще одну страницу кодекса. Дьявол совсем обнаглел. Окей. Да пусть будет так. Так, у нас, кстати, точка обзора, она недалеко. Она недалеко. Так. Вон она. Я тебя нашел.
Сейчас я тебя активирую. Блин, у меня опять, короче, этих... жизней мало. Совсем нехорошо. Окей. Ладно, это, короче, получается на карте у нас последняя точка обзора, да? Ну, конечно, если сейчас новые не появятся, это будет у нас последняя точка обзора. Да, смотрите, в принципе... В принципе, у нас вся Флоренция открыта. Все точки открыты во Флоренции. Так, что это, Чузаэль? А, Леонардо. Нужно будет к Леонардо еще сбегать. Ну, все, давайте, короче, сначала убежище тамплиеров, а дальше уже посмотрим, что да как там. Я хочу посмотреть, что это такое, короче, что это за убежище тамплиеров такое. Что за новиночка такая открылась у нас? Спасибо. Спасибо, народ, что прикрыли. Век не забуду. Так, давай-ка пробежимся. Пробежимся по крыше, говорю. По крыше. По крыше, я говорю, пробежимся. Да у Ниту. Движения. Простые движения. Я повторяю. Так. Окей. Окей. О, можно. А, блин. Почему, когда я нажимаю на прыжок, он не прыгает? Песь. Так, не то нажал. Я выпью лекарство. Меня не волнует, кто ты такой и откуда явился. Будешь так делать, ляжешь. Не беспокой порядочных горожан, Капито. Иди ты в сраку, ладно? Я пошел к тамплиерам. В гости наведаюсь. Так, ладно. Вторжение. Проникните во дворец Медичи и спасите Лоренцо от тамплиеров. 1479 год. Вот так. Вот так. Внимание, в розыске. А, нифига себе, смотрите, у меня розыск-то полностью. Так. Произошла бойня. Ладно. Здесь никого нет. Сеньор Лоренцо! Лоренцо никого не принимает. Стой! Это же ты убил Франческо Пацци! Стража! Взять его! А это сюжетная, что ли, такая фишка? Это погоди! Там! Воу-воу-воу-воу! А что за кинжал? Мне нужен меч. Ура! Дождитесь удобного момента и нанесите удар. Салаги. Ух ты, он мне чуть ухо не отрезал. Ах ты, падла. И схватить не дает. Тебе не уйти. Да что ты говоришь? На, держи. Надеюсь, ты запомнил, что с ассасином шутки плохи. Окей, погнали. Погоди, не туда погнали. Я на выход побежал. Так, ладно. А, опять нам надо, короче, лазать, ползать, да? Смотри. Как же без этого? Мне надо наверх.
Нужно наверх. А наверх как мы заберемся? Мы заберемся как-то... Непонятно. Опять затупы. Твою мать. Камера, кстати, не показала, куда надо залазить. Колбеса тоже нет. Здесь? Нифига. Нифига. Мать его, вторжение. Да пока я вторгаюсь, знаете, всех прикончит давно. Залезешь куда-нибудь? Куда-нибудь уже. О! Твою мать, я нашел. Я нашел! Бог ты мой. Окей. Куда нам? Куда-то, короче, цепануться надо. Так. Ищем лазейку. Не говорите, что я сейчас просто тупо по периметру, короче, пробегусь и все. Кстати, нихера не въезжаю. Ну, тут, допустим... во! Эту штучку-то и незаметно. Проходик-то такой. Окей. Так, рычаг. Отлично. Ох ты! Готов? Я, мать его, снайпер. Здесь вроде убийца. Держи. Оп, прям в челюсть. Так. Деньжи. Деньжи. Заберем. А, метательный нож еще подобрал свой. Оказывается, можно забирать еще свои ножи. Отлично. Угу. Так. Теперь мне надо залезть обратно. По книжным полкам. Так, а на люстру он не прыгнет, да? Не зацепится за люстру. Или за люстру он зацепится все-таки, может сделать. Или нет. Или да. Но по-другому, в принципе, никак. Как ты меня бесишь.
Там не перебраться. Блин, надо как-то оббегать, да, наверное. 100%. Вот так вот я правильно делаю, правильно. А, по картинам. Семен Семенович, ё-моё. Так, так. Отлично. Поднимитесь на второй этаж. Охренеть, я еще только был на первом этаже. Там еще целый этаж. Так, ладно. Движемся дальше. Я слышал шум внизу. Давайте, отрабатывайте свое жалование. Разделитесь на две группы. Одна обыщет двор, а вторая пойдет со мной в часовню. Си, капитану. Затем мы проверим все потайные ходы. А как же Лоренцо? Лоренцо уже мертв. Так, окно. Неспроста это окно показывают. Фига их тут. Слишком много. И они, по-моему, идут ко мне. Встали, наверное, там у двери. Ладно. Где там окно открыто? Знакомое лицо. И нахрен. Сокрушайте его! Ай-яй-яй-яй-яй. Зачем это? Не волнуйся, мы поймаем это. Я уже его видел. Молодец. Куда? Куда-нибудь, я не знаю. О, вот сюда. Я не вижу. Он в нашем. Где? Туда, бей его! Офигеть, я их... Ох ты, подло! Тут... Ох ты, засранец! Ну все. Капец тебе. Сами напросились. Нельзя меня злить. Опа! Окружайте его! Закончим! Парни, вспомните, чему я вас учил! Блин, опять этот маленький кинжал я тут взял. Опа! 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 Не надо было меня злить, понятно? Так, окей. Чё мне там? На третий этаж мне надо. Да, отвали ты. Я понял, что туда надо. Чё за... Чё с камерой? О, другое дело, а то, блин, как-то через жопу камера. Так. Что, по картинам опять, нет? Это же он. Да. Уна момента. Эй, ты, капюшон. Экколо. Нет уж, держите его. Пошел ты. Окей. Блин, что с камерой-то? Что за херня-то неудобная? Знакомое лицо. Где этот капюшон? Экколо, тебе не уйти. Нахрен. О, меня укачало от этой камеры. Так, проникнуть, короче, к этому Лоренцо. Лоренцо Ламос. Знаете, такой был актер раньше. Он, по-моему, и сейчас есть. Блин. Лоренцо, черт побери! Кто-нибудь, заберитесь туда! Нифига такой, в золотых доспехах. Вы все слышали! Вы двое, тащите лестницу! Да.
Сборище тамплиеров-то это... Такое некоротенькое задание. Лоренцо не хочет выходить! Что они так долго возятся? Если бы вы так не шумели, он бы нас не услышал. Так, ладно, черт, где-то здесь. Ты во всем виноват. Вы все занимайтесь своим делом. Это здесь. Ходится у нас. Рычаг. Или нет? Или не здесь? Там. Блин. Куда ты прыгнул-то, ё-моё? Нахера так камеру-то делать, я вот не понимаю. Неудобно же. Надеюсь, это последний рычаг, за который я дергаю. Она открылась! Слышали? Это доносится из спальни. Тот, кто открыл ее, должен быть там. В спальне чужак! Убейте его! Да, капитан. Доносится из спальни. Идиоты. Ну ладно, давай сразимся с ними. Где? Сюда иди. Опа, опа, опа. Вперед! Мы его измотаем, парни. Всех нас ему не окружать его. Закончим это. Это же он. Прикончите его! Ух ты ж! Нифига себе! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Здоровяки! Попробуем еще раз. Ну кто-нибудь. Бей его! Измотай, парни. Всех нас ему не одолеть. Черт, пошли вон. Пошли нахрен. Нахрен, я сказал. Мне того. Мне надо наверх. Так. Так. Где твоя норка? Норка. Оп, оп. Как говорится, тебе лестницы не нужны, что ли? Я не знаю, не понимаю. Назад! О! Опустите меч! Это я! Эцио, ты снова спас меня. Сначала они вторглись в мою церковь, а теперь и в мой дом. Я клянусь, они заплатят за это. Взгляни вокруг. Это одна из моих сокровищниц. Можешь взять все, что захочешь. Моя жизнь дороже золота. Полагаю, в моем доме уже не осталось врагов. Да, господин. Благодарю за этот ценный дар. Мне пора идти. Но я вернусь, когда с Патци будет покончено. Отлично. Я не забуду того, что ты сделал для меня. Удачи. Немножечко золотимся. И тут какая-то херотенища. Интересно, что там? Это же все-таки... А, это золото, нифига себе. Что, на одну монетку взял оттуда, что ли?
и 250. Отлично, мы спасли Лоренцо. Мы спасли Лоренцо, ну что ж, и на этом, наверное, будем заканчивать. Вот, дорогие друзья. Так, что это такое? Вот, на этом будем заканчивать, дорогие друзья. Продолжим уже в следующей серии. В следующей серии мы куда там можем пройтись. Наверное, отправимся к Леонардо, да, эти части Прайнс Кодекса ему отнесем, короче. Заберем сундучки оставшиеся. Вот. И, может быть, истину, наверное, поразгадываем. Как-то так. Ну, а если времени хватит, то уже и фрагмент еще закончим. Ну, и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий.